пасхальное торжество есть знак Божьего присутствия среди нас. Потому что, когда у человека на сердце светло, когда его посещает светлая радость, то источником этой радости является сам Бог. И возблагодарим Господа, что ныне в нашем Отечестве все больше и больше людей чувствуют Божие присутствие в своей жизни. И как переполнены были храмы Святой Руси в эти предпасхальные и пасхальные дни, как чувствуется праздник на улицах наших современных городов, как этот праздник чувствуется среди тех людей, которые, может быть, и не так уж часто посещают церковь, а, может быть, некоторые совсем уж редко, но праздник этот чувствуется, потому что это то, что от Бога, это реальность. Радость пасхальная – это реальность, долженствующая укрепить и нашу веру, и наше понимание важности всего того, что совершает Господь через Церковь, в том числе и через наши немощные силы.